До открытия ресторана полтора часа, но бармен Олег Легостаев уже на работе, готовится к наплыву посетителей. За плечами 10 лет работы, виртуозно сочетает ингредиенты. Самый необычный коктейль, который он сделал, содержал горячее молоко и варенье, а самый сложный был из 8 слоев. Бармен должен удовлетворить любой вкус посетителя. Бармен считается давней профессией. Бармены вышли, в принципе, из Англии. Ну, интересно, это бармен, во-первых, это психолог, он постоянно общается с людьми, делаете какие-то коктейли, ну, это очень интересно, разнообразная работа. Перед началом рабочего дня летучка, обсуждают прошлую смену, разбирают ошибки, ведь именно от персонала зависит, как воспримут заведение гости. Но это не все, важны хорошая кухня и обстановка. Чтобы жители округа могли найти самые лучшие заведения, с подачи администрации создан проект «В Химках вкусно». Мы выпустили второй выпуск журнала «В Химках вкусно». На самом деле этот проект мне очень нравится с точки зрения как поддержка предпринимателей. Журнал содержит список ресторанов, которые может посетить любой химчанин. Здесь есть вся информация о меню, фото интерьера, часы работы и местоположения. Создатели проекта также планируют сделать электронную версию или даже приложение для поиска мест, где можно провести время с удовольствием. Алена Беляева, Ксения Брагина, Матвей Шинкаренко, служба новостей.